Хей, йога, с вами Шмеки, мы продолжаем проходить игру под названием Грешник. И мы с вами в горах, мы встретили великана, который, кажется, выбрался из чего-то. И он хочет, чтобы мы принесли алию, то есть масло. Здесь наш учитель как раз из... Ой, тихо, я помню, эти обваливались. Да, они сами еще себя били. Да, и они по нам довольно сильно бьют. Так. Да-да-да. Попал. Ой. Ой, тут проход есть стоять. Так, честно, для... Воскуривание. Белая как кость луковица, которую очень трудно найти. Ее сильный аромат напоминает сандаловое дерево. Ощущается только в дождливые дни и выдает ее местоположение. Травник с самым лучшим обаянием. Так, обаянием разыскивал этот чеснок за чудодейственные свойства. А, как раз мне нужно его, походу, и принести, да? Тем ребятам. Пока что третья часть записывается залпом. Так, а вот здесь сейчас буду думать немного. У меня как вариант есть пойти прямо. Воу! Окей. Восстанавливаем хпшку. Идем сюда, я хочу попробовать... Так, какие-то корешки. Ага. Я понял. А, я не буду, короче, заново собирать этих... Эти души. Ну, не души, а как они называются. Веру. Ну, вы поняли. А, я просто побегу, короче, дальше. Посмотрим, что впереди будет. Мне единственное, что нравится, что здесь сохраняется текущий... Ударил все-таки. Текущий прогресс. То есть по карте и... Подожди, там есть проход. Мне показывает, что здесь проход есть, алло. Хм, странно. Может, где-то сверху проход? Блять. Зацепляться за платформы единственное, что неудобно. Вот это единственное, да. Ладно, заберу все-таки душу, я думал, они будут там. Ну. А, ну и видите, восстанавливаются они фул. Хотя мне на тот момент было полное. Да, ползуны. Окей. Ну вот эти мне интересно, кто это вообще? То есть... Кто там вылез? Воу! А, какая-то алкашка. Единственное, что я могу здесь отметить, что здесь мало... Довольно мало.
этих сейвов. С какого черта она своим дотрагиванием до меня столько мне наносит? А, я, кажется, его успел сломать, да? Подожди. Ага, тут есть тоже проход. Что же здесь? Так, тут сраные призраки, ну на вас нахер. Так, а здесь у нас что? Кладбище горных вершин, и здесь у нас ветер. О, сейф. И у нас получается снова здесь развилка, да? Давайте я пойду, наверное, вниз. Все равно мне наверх никак не попал. А хотя не, подожди, тут уже есть проход наверх-наверх именно. Или я здесь и нахожусь? Нет, вот здесь есть наверх проход. Ну, поехали. Привет. Блять. Три удара по призраку. Так, если не ошибаюсь, там три удара надо. Окей, я отлетел. Как вариант, мы можем... Мы немного изучили. Давайте пройдемся тогда в эту сторону. У нас сюда есть проход куда-то? В свет, так сказать. Оу! О, я помню эту старушку. Давай станем пленниками чуда, кающийся. И пусть тебе не удивляет, что ты нашел ты здесь торговку. Это древнее занятие требует от меня присутствия там, где я могу извлечь выгоду. Называй меня Канделярией. Ибо от того, что я продаю, твои глаза загорятся не хуже свечей. И я тебя прошу, и у тебя никаких денег запретные слезы, что ты льешь, будет мне более чем достаточной наградой. Давай, обрати свой мрачный взор на мои бесценные сокровища. Для меня это ценное сокровище. Его ценность куда выше того, что я за него прошу. И да падает на меня черная скорбь. Или я хочу обмануть тебя. Так, уголь от святого сожжения. Нихера 5000? Уголек, который кристаллизировался в результате давно забытого ритуала. Он все еще хранит часть жара, оставшегося от костра, зажженного в далеких краях. Укрепляя тело и увеличивая защиту обладателя. Ну, такое. То, что дарю я тебе, блистает так же ярко, как первая звезда на ночном небе. И пусть глаза мои ослепнут, ежели я лгу. Так, окаменелый глаз учености. Это глазное яблоко принадлежит писцу Алавариусу, который видел истинную, скрытую для многих других глаз. Его каменный взгляд позволяет узнавать жизненную силу врагов. Типа показывают ХП, да? Что дарю я тебе, блистает так же ярко, как первая звезда на ночном небе. И пусть глаза мои ослепнут, ежели я лгу.
Так, первая свободная лента. Свадебная лента. Такими мягкими белыми лентами украшаются на свадебных церемониях. Эта лента порвана, и тонкая вышивка на ней уничтожена. Это один из трех предметов, оставленных после незаконченного обряда. Так, раны от нарушения... Чё, блядь? Раны от нарушения клятвы исцеляют редко. Исцеляются редко? В смысле? От нарушенной клятвы? Не понял ни хера, не буду брать. Ну, здесь самое интересное, это вот это. Ну, 5000... Но это такое. Это очень дорогое удовольствие. Ладно. Чё здесь у нас? Ага. Тут у нас смерть. Смерть. Лифт. Серьезно? Я как раз могу этот сбегать себе. Создать. О, не создать, а прокачать способку. Можно вкачать рывок. Хотя... Раз, два, три... А, мне ж нужно точно с врагом сражаться в этот момент. Не знаю, нужно ли на самом деле мне вот этот... Подожди, а могу ли я перепрыгнуть на другую сторону с помощью этого лифта? О, найс. Отлично. Интересно, что мне дадут, если я освобожу всех? Скорее всего, какой-то очень редкий предмет. Мне так кажется. Ладно, поехали. Кладбище горных вершин. Ну блин, видите, я могу типа спуститься в самый низ, воспользоваться им, вернуться вот так все обратно, чтобы убить этого ворона. Ну, единственное, это метнуть в него. Что-то. А, так, безупречная бусина. Безупречная бусина, я помню, была у нас в бета, ну, в альфа. Безупречная бусина. Простая бусина, не имеющая никакого назначения. Ее нетронутая поверхность ни разу не запятнала... Так. Не запятнали... Так, страстные пальцы. И все? Так, у меня есть кое-что для тебя. И только для тебя. Прошептал цыганка монаху, который только что остановил осла, и протянула ему белый камень странной, так, странной красоты. Его достали из океанской глубины, самого дна. Взгляни в его чистоту, смотри на этот совершенно белый цвет, на его девственный блеск. Что может быть чище, чем это, для твоего розария, брат мой? А в смысле? Зачем она так мне нужна? Что она так имеет? Она ж ничего тогда не может. При использовании языка с некоторыми вероятностями можно получить слезы искупления, разрушая различные объекты. Лучше пускай будет защита, и я не знаю вот что это, но пускай стоит. Стоять. А у меня было... А чё с ней такое?
Нет. То есть за смерть я теряю этот? Чего? Не понял сейчас прикола. Так, поехали. Узелок из нитки Розария. Узелок из ниток, извлеченный из монашеского одеяния, владелец которой давно покинул этот мир. Предание. Нихера себе, звали ее Эграсия. Ее четки были самыми красивыми во всей Кастодии. Самые важные священники и епископы часто посещали ее мастерскую. И даже сам его пресвятейшество Эскрибар благоволил ей. Так и велико было мастерство ее, не как и другие четки не могли сравниться ни по красоте, ни по тонкости, ни по совершенству с теми розариями, что делала старая Энграсия. Начали расходить слухи, будто розарий сделаны не ее руками, не получит божественного благословения, а молитвы не будут услышаны, а еще греховно будет молиться с такими четками. Из-за этого святого церковь запретила другим делать четки. Искала так называемые ложные розарии и сжигала. Те, кто оставил у себя ложные розарии, иногда даже обвиняли в ересе. А потом мы все задумались о том, что же станет со всеми этими четками, когда Энграсия нас покинет. Нихуя. Туда я, походу, не допрыгну, да? Да, я туда даже не допрыгну. Так, и то у меня выходит, получается, только сюда и наверх. Либо... Блин, наверху там аллея, которая мне нужна. Блять, это херово. То, что на мне порча теперь какая-то. Это очень плохо, поверьте. Я вот это на самом деле не заметил. Это из-за того, что я сдох? Ой, там какой-то новый чел. Ни хрена себе ты выносишь. Не, ветерок сильный. А, он меня даже на самом... Да, ветерок сильный. Ты ж ё-моё. А, ну я думаю, он сам подойдет ко мне. Так, минус одна хилка. Вау. Боже. Что за враги? Сложно. Ох ты ж, блядь, это еще. Ой, бля. Понимаете, дело в том, что он по-любому достанет. Не, на самом деле, если у меня даже отнимут способность использовать магию, мне как бы все равно. А вот это вот не все равно.
Ха-ха. Как же сложно. Вот это вот действительно сложно. Отлетел. И замечу, что я не упал. Я там стою на месте. Да, проклятие, видите, немного восполняет. Ну, не знаю, я потом, может быть, очищусь. Когда захочу. А давайте тогда вниз. Стой, точно, это же сюда, да, было? Да. Да-да. Так, что-то я подобрал, подожди. Останки волос Тендудии. Останки шиновидных волос послушницы Тендадии, отделенных от тела, чтобы не смогла она обрести священного погребения. Окей. Останки волос Тендании. Несколько лет провела Тендания в том монастыре, а когда подросла, стало ей совсем невозможно скрывать свои волосы. Волосы все скручивались, шипы все росли, и кровь из ран, так, которые они наносили ей, пачкали ей белые одеяния. Монашка узнала обо всем, перепугались и вскоре начали считать ее проклятой и еретичкой. А ведь этого и боялась родители девочки. Типа, подождите, это же обычный, да, тип лорн, так сказать, предмет. И все. На самом деле я мог просто ни с кем не драться, а просто идти по прямой. Да, все. А знаете, что я заметил? А куда проклятие делось? Что? А, я скорее всего, когда вернул свою вот эту красненькую, у меня она перестала, типа, быть вот это отниматься. Все, я понял. Я понял, как это работает. Ладно, давайте, короче, тогда сюда вверх я пойду. Я не знаю, как я туда доберусь. На самом деле, скорее всего, мне сюда нужно было потом бы пойти, когда буду более прокачанный. А так... Ну, хотя все перепрыгивать можно. Ветер можно чисто использовать для того, чтобы ускорить свое здесь. Отлично. Вот это было, по идее, мощно. Ну ладно. Окей.
Так, там у меня смерть. Так, отхилюсь. Там у меня смерть. Что здесь у меня? Тут тоже куда-то проход. Везде проходы. Я не понимаю, куда мне идти. Так, затылочная кость кузнеца Текилы. Текила не был обычным кузнецом. Он создавал металлические черепа, в том числе и украшенные драгоценными камнями. Его последними желаниями было самому стать самым ценным экспонатом собственной коллекции. Единственное, что здесь можно сделать, на самом-то деле, подожди, это когда ветер дует туда, вот так. Так, пустой сосуд из-под желчи. Сосуд... Бля, нет, гуял. Я не знаю просто. Хотя мне не должно нанести. Сосуд из золота с гранями из кристалла, который может хранить священную желчь из фонтанов рыданий. Окей. Ну, подожди, это квестовый или какой предмет? А, это для заданий, то есть это все для заданий? Подождите. Шип, я не знаю для чего. Это я тоже не знаю для чего, но скорее всего пустой сосуд. Там вода где-то была у нас в начале. Чеснок, скорее всего, жителям. Ладно, мне нужно подождать, пока у меня в другую сторону будет. И наверх можно тоже залезть, но, как вы видите, мне нужен специальный предмет для этого. Так, стоять, карта. По карте не очень так все внятно. Ладно. Я просто не понимаю, куда я лезу. Наверное, куда-то. Найс. Почему я призрака не мог сразу атаковать? С чем это было связано? А теперь хер знает, куда лезть. А, давайте сюда, и отсюда я попытаюсь наверх. Скорее всего, если второй раз сдохну, у меня тогда полностью все-все заберут. Ладно. Не страшно. Ой, тихо. Не, ветер все-таки слышно мешает. Ой-ой-ой, я не заметил тебя. Что-то я не заметил его. Блять, вот призраки меня будут заебывать, на самом деле. Ладно, хил. Трачу весь хил, который у меня есть.
Как вы видите, то есть я могу... А там точно был проход? Я не помню уже. Мне нужен ветер здесь, в ту сторону. Я наверх поднимусь просто, да, и все. А чё за бред? Найс. Вот здесь, да, сейчас у меня будет проклятие начинаться. Так. Нет, в смысле. Давайте я еще последний раз попробую. Если не получится, то... Ну да, видите, типа из-за ветра я не могу нормально прыгать. То есть мне нужно, чтобы его либо вообще не было... Что это за расстояние, может быть, хитбокс. Я специально себе создал. И что это за хрень? Что это за звуки? Тупые привидения. Из-за которых я не могу пройти. Ладно, здесь, да, здесь... Я не понимаю, почему я туда не смог перепрыгнуть. Или я не смог отскочить. Что тоже довольно странно. Ладно, давайте я подожду, пока ветер просто утихнет. Найс, найс, найс. Если бы я сейчас урохнулся. Манать. Я сейчас на таком дерьме. О, чисто, если сейчас здесь не будет у меня сохранки. Блин, не знаю, нет. Подожди, 500. А, бля. Походу, это был намек на то, что я дальше не дойду, да? Давайте, окей. Что, третий? Минуточку. То есть это и было? А-а-а, тогда все ясно. Благодарю. Ой, блядь. Ой, блядь. Тихо. Делаем глупостей. Нет, вот это охренительно, я не знал. Спасибо, буду знать.
Так, теменная кость инквизитора Ласера. В отличие от прочих инквизиторов, Ласер часто проявлял к осужденным снисходительность, вплоть до прерывания экзекуции. Слабость привела его к отлучению от церкви и к изгнанию. Понятненько. Так, вопрос, а где? Вот это самое жесткое на самом деле, походу. Вот сейчас я мог упасть и сдохнуть. Так, умолкший колокольчик. Оловянный колокольчик без языка. Это необычно, но иногда при колебании тайных энергий он издает легкий звон. Дает своему обладателю некоторую защиту от магических атак. Угу. Когда он вошел в комнату, наполненную картинами и статуями, он с удивлением узнал, что под грязными покрывалом скрывается мраморная фигурка мужчины, который словно что-то предлагает. Что-то яркое в холодных руках статуи привлекло его внимание. Бесформленный плод размером с яблоком, аппетитного вида и мерцающего серебряным цветом. Он был голоден и схватил этот плод. Но когда попытался укусить его, с трудом удержал крик боли, ибо был тот плод из металла. Сбитый с толку, он схватил ближайший камень и ударил им плод со всей силы. И пробив в нем трещину, малую из которой потек красный сок. Недолго думая, выпил он тот сок, и был сок соленый, словно кровь. А, подожди, бремя истинной вины. Нечистая жемчужина, которая впитывает грехи... А, так впитывает уже, да? Своего владельца, пока он оказался наполнен до конца. В ней будет... Бушует буря вины и грохочет гром ошибок прошлого. Такие бусины когда-то лежали рядом со статуями исповедника и... Поглощали вину кающихся... прихожанина. То есть вот почему на мне нету порчи. Из-за бусины. Ясно. Подожди. Увеличит защиту. И тоже тут защита, понимаете? То есть две защиты, но от разных вещей. Блять, я не знаю. Ой-ой. Ладно, поехали. Добро. Ветерок. А почему я тогда сдох? Никто не помнит. А я, кажется, пропоминаю. Меня... Херовина, да, вот это убило? Призрак. То, что я был не фулл хп. На самом деле, мне хотя бы... Ой. Монатит, это... Жопа пошла.
Так, осколок наградного камня. Осколок наградного камня. Осколок глиняной плиты, странным образом оказавшийся среди заснеженных пиков. Где его нашли жители древней... Так. Жители деревни редко покидают свои засушливые земли, чтобы подняться в холодные горы. Но эта могильная плита, вне всяких сомнений, принадлежала кому-то из Альбера. Это осколок дарует защиту при падении и снижает время восстановления. В смысле? Снижает время восстановления чего? Защита от падения? А защиту при падении, скорее всего, если я на кого-то, да, упаду? Предание. Осколок глиняной плиты. Ага. Говорят, кладбище Альбера даже старше самой деревни. Она была обустроена еще до того, как построили церковь. Это кладбище было изолировано от всего остального в эти засушливые земли цветом охры, которые считаются нечестивыми. Об этом вскоре прознала церковь, и все могилы перекопали, а останки разбросали по полям. Когда-то и появился братство истинной гробницы, члены которого собирали в поиске разбросанных останков и хранили их снова. С тех пор я их храню этот кусок глиняной могильной плиты. Окей. Так. Ой, тихо. Блин, меня главное, чтоб не босс, потому что я не выживу. Блять. Ладно, один хил есть. Прошу сейф, спрошу сейф. Я вижу, сестра моя, наша встреча близится. Чудо защищает меня, но этот раз мне не нужна твоя защита. Оставь меня. Приятель, давай ты не будешь со мной драться, окей? Но я ж тебе ничего такого не сделал. Монастырь владычицы чего? Нашей с ликом опаленным. Короче, к ней лучше близко не подходить. А, ни хрена себе! Ни хрена себе эта урна наносит! Фул ХП почти вынесла. Ой, наконец-то, фух. Чисто повезло. А прикиньте, если я иду на финального босса. Не, подождите, мне же нужно троих убить, так? А здесь еще вот два. Фиг его знает, на самом деле. Ладно, давайте на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.